Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским. Алла Пугачева очень разозлила пользователей сети. Она публично поддержала оскорбившего россиян Данилу Козловского. Королева российской эстрады своим приходом на премьеру режиссерского дебюта Данилы фильма «Тренер» одобрила противоречивые высказывания Козловского о жителях нашей страны. Он, напомнив, в недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал», – возмутился Козловский. «В России сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь, ну что у вас за жизнь-то такая, что у вас столько злобы? И главное, какие все смелые». Звезда надеется никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости. Интернет-пользователи тут же отреагировали на действия Примадонны. Алле Борисовне припомнили ее якобы отъезд на ПМЖ в Европу молодого супруга и праздную жизнь в роскоши и всеобщей любви. Дать бы им всем смачного пинка под зад, да отправить в так ими любимую за границу, без права чёса по бывшей родине. Вот бы мы и посмотрели, кому бы они все такие талантливые и независимые были там нужны. И как быстро проели бы миллионы, заработанные в ненавистной хамской России. А чё она трещит? Вроде на Кипр свалила, пусть там на греков свой рот открывает, набросились на певицу-патриоты.